Привет, ребят! Привет, ребят! С нами Аня на новом месте. Я переехал в офис, и теперь она приходит нам в гости. Теперь мы будем рисовать быстро, работать активно. И сегодня мы рисуем кого и чего? Клубнички. Почему? Надо было сказать чего, да? Или что, да? Но я спросил кого, почему? Потому что мы рисуем сегодня клубнички с улыбочками, с глазками. Да. Развернем вот так, чтобы... С сердечками. Да, и с сердечком. Вот так у нас влезут два листа и рисуем. Смотри, рисуем просто. Как бы их легко рисовать, согласись, да? Но давай сначала нарисуем для них вот эту вот, шапочку. Вот такую шапочку, вот так, раз, два, три, четыре. Такую шапочку, да, мы рисуем? Из зеленых листиков у одной клубнички здесь шапочка будет. Да-да-да-да-да, примерно так мы рисуем. И, ребят, рисуйте с нами прям за волос и такой кончик. Клубничка. Так, мы нарисовали. Теперь рисуем саму клубничку. Вот так вот. И раз, и два. Отличная клубничка. Нарисуем ей сразу глазки. Большие глазки. Улыбочку. Улыбочку. И можно нарисовать вот такие вот небольшие семечки. На нашей клубничке семечки. Глазки мы раскрасим, и всю клубничку мы раскрасим потом масляной пастелью, хорошо? Такая клубничка у нас получилась. Давай вторую рисовать. Вторую будем рисовать, начнем не с зеленых листочков, да? Ну, мне кажется, хватит. А то так получается, она такая потная, такая вспотела клубничка у тебя. Она перед встречей вспотела. Да, вот смотри, а теперь рисуем здесь клубничку, вторую, вот так смотри. Так, раз, два. Так, рисуем, да? Да-да-да-да-да, рисуй. Отлично. И так ее пожирнее сюда и сюда. Такая клубничка будет, так? Хорошо, нарисовали. Теперь мы нарисуем здесь цветочек. Вот здесь вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Такой цветочек. Красивый. Ну так, можно побольше прям. Да, отлично. А теперь как раз будем рисовать вот эти вот зеленые лепесточки, которые листочки, которые клубнички обычно бывают, когда ее сорвешь с грядки. А ты знаешь, что весна, Аня, наступила? Да. И что уже совсем скоро зацветут цветы и появятся клубнички. Я знаю, что в конце мая уже... Да нет, в конце мая наверняка у тебя на огороде вырастет. Да? А у нас уже нету огорода. Нету огорода. Ну, у меня есть, приходи, у меня есть огород, и я тебе дам клубничку. У меня тоже растет клубничка, я собираю ее каждую весну, потому что она у нас весной еще созревает. Мы живем на юге, тут жарко и хорошо. Да. У тебя такие глазки мои? Вот эти глазки. Вот так, раз, и здесь, да, рисую. А я подумал, это глазки такие, что-то они низко находятся. А получается у тебя очень хорошо. Да, реснички такие, вот эту вот штуку здесь так нарисовать. И еще нарисуем сердечко. Потому что у нас влюбленные клубнички, да? Вот здесь сердечко рисуем. Раз, два. Ну так, немножечко нарисовал, сердечко нарисуй. Вот здесь вот посередине, да, сердечко рисуем. И что? И еще вот так вот рисуем, как будто они держат за руки, да? За руки друг друга держат. Две клубнички у нас получилось. А теперь раскрасим их масляной пастелью. Ребята, принимайте участие. Рисуйте и раскрашивайте с нами. Сначала красную. Ну, тут уже подсказывать не будем, Ань, тебе, да? Ты сама знаешь, что раскрашивать нужно тяп-ляп, как мы любим, да? Ну, конечно, мы стараемся хорошо раскрашивать, но не всегда получается. Вот красный есть, это малиновый, кажется, ты взяла как раз он для этой клубнички, да? Как раз, действительно, у тебя малиновый, а у меня красный будет, а потом мы поменяемся, да? У тебя каникулы, Ань? Расскажи, тебе нравятся каникулы? Да, обожаю их. А в школу нравится ходить? Ну, не очень. Не очень в школу нравится ходить? Ох, ты какой, а ты же отличница, вроде я слышал. Отличница. Не отличница, хорошистка. Да? Значит, тебе не нравится в школу ходить. А мне нравилось в школу ходить. Ходишь там. Нет, конечно, мне оценки хорошие никогда не ставили.
Но при этом там весело... Мне 4 только. Ну, 4, это хорошая оценка. Но там можно весело провести время. С друзьями. Да, там можно поболтать, баловаться на уроках, вообще там... Я не люблю это делать, баловаться на уроках. Ну, приходится. Думаешь, баловники хотят, что ли? Им приходится. Им просто так скучно, что им приходится баловаться на уроках. Раскрашивают здесь тоже. Все правильно раскрашиваешь. Отлично. Раскрашиваем очень быстро. Стараемся так тяп-ляп раскрасить. И, ребят, вам тоже советуем быстро раскрашивать. Не тормозить долго. Не смотреть так на эту клубничку долго, целый год, да? А так... Раз-р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 аз. И все. И все наши рисуночки обычно длятся... Ну, где-то за 5 минут, да, мы рисуем. Вот так быстро мы рисуем. И у нас получается, да, красным рисуем, раскрашиваем, быстро раскрашиваем. У нас получаются классные рисуночки. Я вас приглашаю, ребят, к нам в группу ВКонтакте, чтобы вы зашли, прислали свои работы. Можете прислать их, мы всегда опубликуем и расскажем другим, увидят ваши работы. И вообще, смотрите, рисуйте с нами. Если вам нравится такой ролик, то подписывайтесь. Мы каждый день практически рисуем, каждый день выходят новые рисунки. И мы не каждый день рисуем, потому что у нас нету времени столько. Я работаю, Аня ходит и другие ребята в школу. Не так много у нас времени. Но мы стараемся это время потратить с толком. Мы собираемся, за час рисуем несколько рисунков, а потом идем гулять, каждый своим заниматься. Вот Аня... ходит. Куда ходишь, расскажи. В школу, на фигурное катание. На фигурное катание, да. И это нам очень нравится. Фигурное катание здоровское. Конечно, иногда оценки не такие хорошие. 4. В школе? Да. Да не переживай. А, на фигурном катании? Да. Но все равно ж хорошо, что ты ходишь. Некоторые не ходят. Вот такие у нас получились. Ты еще раскрашивай, а я посмотрю, как ты раскрашиваешь, и что-нибудь расскажу ребятам. Теперь тебе зеленым нужно покрасить и красное сердечко. И получится классный такой весенний рисунок, да, у нас получился? Да, весенний, это точно. У нее на голове это точно ромашка, потому что она белая. Понятно. Ну да, ромашка белая, но у меня немножко голубая, но ничего страшного. Но я желтенького тоже добавлю. Так, она желто-голубая. Ну, здорово, красное сердечко. Я не заметила, что вот это у нее чуть-чуть голубое. Ну ничего страшного, можно красное сердечко нарисовать. И тогда рисунок будет у нас закончен. Так, ну что, ребят, смотрите, что у нас получилось. Ой, я забыла, что здесь что? Ну ничего, у меня тоже нет. А у нас есть белый мелок, и мы можем вот так сделать. Раз. А так блестеть будет наш блик. У нас получились классные ягодки. Рисуйте с нами, пожалуйста, не останавливайтесь. И до новых встреч, ребят. Ну, тень, это я так дорисовал. Тень лучше, знаешь, как не так сильно давить, так легонечко, потому что так черно совсем получается, а легонечко так можно пальцем размазать. Пальцы, конечно, грязный после этого будет. Ну ничего. Все, ребят, прощаемся. Пока. Пока.